Всем лучи добра, друзья, с вами Волкофрения. И это Zombie Night Terror. Terror in the City у нас уже глава, я так понимаю. И мы будем проходить сейчас, продолжать проходить эту самую веселую, позитивную и дружелюбную игру. Будем проходить в больнице. Начнем в больнице, ребята. Мы должны вывести нашего зомбоида из больницы, но это не так просто, потому что она очень огромная, и нам предстоит немножечко поломать голову, чтобы выбраться отсюда. Но мы сможем, ребята. Это мы уже видели, заставочку в конце предыдущей части. Да, не забывайте, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре, как она вам, и смогли ли вы уже ее пройти. Обязательно пишите, какие еще прохождения, каких игр вы хотите увидеть на канале. Для меня это очень важно. Очень важно. Я все комментарии стараюсь читать, отвечать. Поэтому пишите, ребята, мне будет очень приятно. Фидбэк — это очень важно. Поехали. Так, загрызли. Не того. Сейчас он туда-сюда. Давай. Вот такие вот у нас теперь превращаются зомби в ползунов. Если вы, допустим, не видели предыдущую серию, мы можем трансформировать наших зомби в ползунов. И сейчас мы должны помочь нашему зомбоиду выбраться из больницы. И убить трусов, прячущихся у стойки, не принося жертву. Интересно. У меня тут орала кошка. Вот так вот. Давайте. Аккуратненько ползем. Хрусь. Аккуратненько обратно. Прыжочек нам надо сделать обязательно. Давай. Так, есть прыжок. Теперь. Здесь мы проползаем. Окей. Теперь мы спокойно сможем прыгать. Здесь у нас-то ползать... А, ты не можешь все равно, да, по двери поползать? Давайте просто прыгнем, наверное, этим ползуном и все. Пускай пока на зомбики эти ходят. Прыгнем на стену. А ты не можешь прыгать, да? Можешь. Вот, пополз, пошел. Хорошо. Теперь, значит... Лиля, кс-кс-кс, иди сюда. Хватит там орать. У меня кошечка волнуется. Волнуется. Она мне и пришла сейчас помогать проходить игру, захватить весь мир. Так. Вот, хорошо. Да, великолепно. Так. Здесь тоже закрыто. Лифт, там лифт. Окей. Окей, я так понимаю, нам надо многих превратить желательно, да? В ползунов. Потому что это важно. Так, теперь нам надо вправо сползать. А, вот тут уже все сделает сейчас паренек. Давай. Сможешь прыгнуть? Эта решетка же помешает, да, я так понимаю? Надо сюда, короче, запрыгнуть нашему пацану, чтобы пролезть вот так. Да, получается, да. Получается так. Хорошо. И мы сейчас делаем вот просто прыжком. Эй! Не может, что ли? Не хочет прыгать? Че, друганя? Ладно, давайте второго возьмем. Нормально прыгают они вообще. Люто прыгают. Да как же, он же перепрыгнул. Во, давай, хорошо. Так, хорошо, можно и так. Круто. Зомбоиды в бой. Тут танцуют ребята, прохлаждаются, все у них хорошо. Давайте, ребятки, тут уже ваша работа.
Отлично. Вам некуда бежать. Некуда бежать. Так, здесь поели всех. Опять же, получили мы наши ДНК. Идем дальше. Здесь бы взрыв взять. Ну, сейчас мы сделаем. Сейчас мы возьмем. Так. Можно сюда запрыгнуть, можно направо. Можно направо, можно сюда. Давайте еще одного сделаем. Нет, 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 нет. Надо беречь прыжки. Опа. Красиво. Одним справимся. А здесь напряжение, да? Ага, понял. Так, если мы его здесь посадим сюда, то он так и будет ходить вверх. Потом прыгнем наверх, он сможет пробраться так. И вниз. И да. А, мы можем здесь запрыгнуть, по-моему. Нет, сюда не сможем запрыгнуть. Здесь нужен взрыв. Прыг... Ой, блин. Печалька. Ну, залип. Зомби застрял. Черт возьми. Ну ладно, у нас есть еще. Превратить сколько? 3 стоит? Дешевле превратить. А, все? Нельзя? Залип, все? Черт возьми, застрял зомби. Я не могу ничего сделать. Могу сжечь его. Не могу даже сжечь его. Ладно, поехали. Поехали заново. Все наладится, ребята, все наладится. Упс. Так. Отлично. Хорошо. Вперед, родной, вперед. Кого-то там простуда, жалуются врачу. Да не кричи ты, все нормально будет. На. Все будет хорошо. Так, теперь мы лезем влево, нам нужны зомби. Впрыгиваем влево. Он может вообще прям среди этого прыгать. Так, давай. Раз, хорошо. Мне нужно еще одного сделать. Я думаю. Или не будем тратить. Не, можно сделать. Так. Можно, даже нужно. Теперь. Этот сейчас полезет. Сейчас мы впрыгнем. Вот сюда. Аккуратно. Вот так. Хорошо. Давай, пошел, работай, родной, работай. Здесь ломай. Они злые вообще, зомбаки. Так. Теперь прыгаем сюда. Надо. Второго. Такого же ползуна. Давай. Хорошо. Запрыгиваем. У нас сейчас все равно восполнится ДНК. Вон, видите, крошим всех великолепно. Так, теперь. Теперь. Здесь есть зомби ходячие. Теперь надо наверх. Да, теперь надо наверх. Уу, пошел. Один работает. Хорошо. Великолепен. Покрошили. Ломаем. Так, здесь потом впрыгнем и сверху залезем в лифт. Да, отключим электричество, энергию. Великолепно. Но тут нам надо сразу налево прыгать, потому что здесь он будет падать. Логично. Хотя можно все одним делать, я так понимаю. Он вообще просто уникальный парень. Давай, дружище, полез, хорош. Хорош просто. Давай, прыгай. Красиво. Ать. Давай, ломай. Хорошо. Так, сломали электричество. Угу. Теперь. Нам сообщают, что ползуны научились прыгать со стены на стену, что сделало их еще проворнее и опаснее. Так, ну это чего это тут мне рассказывается? Зачем? Так, здесь мы можем, в принципе, прыгнуть наверх, схомячить ребят. Да давай так и сделаем. Куда ты полез-то? Почему не хочешь похомячить?
Ладно, теперь нам надо, я так понимаю, вот этих ребят. А, во! Вот здесь, давай. Хорошо. Здесь. Давайте парочку возьмем на ДНК. А теперь... О, полез, так. Ну... Ну, нам надо направо, чтобы ты полез, родной. Сможешь? А, подожди, со стены на стену. Можно вот так даже сделать. Unbelievable. Тихо. Потрачено. То есть мы можем вот здесь открыто у нас пробраться, во-первых. Пошел. Оо, это круто. Ништяк. Пустячок, а приятно. Давай. Есть. Взрывы есть теперь. Все, ребята, тут уже вам не спастись, друзья мои. Уже не спастись. Так, черную дверь, по-моему, не взорвать. По-моему, не взорвать черную дверь. Но здесь есть лифт. Так, ладно, давайте сделаем сейчас. Вот сюда сейчас запрыгнем. Да. Это будет круто. Пополз. Пошел. Теперь. Блин, надо раньше прыгать. Ладно, давай раньше прыгаем. Ничего страшного, у нас много зомби. Нас много. А теперь прыгаем. Хорошо. Печалька, ладно, потеряли зомбаков. Еее, можно заразить теперь. Только кого? Кого будем заражать? Так, вот к этим можно пробраться. К этим можно пробраться. Давайте сейчас вот так сделаем. Вот так вот сделаем, вот так. И запрыгнем сейчас. Вот так. А, да куда? Ладно, не в ту сторону опять. Не страшно. Не страшно. Сейчас сделаем все, как надо. Понеслась. Так, давай, пополз. Туда запрыгиваем. Опа! Привет, ребят! Чё ты их не ешь-то? Вот, жри их, вот. Все круто. Теперь. Вот этих можно заразить, я так понимаю. Привет. Комнатки. Ай, хорошо. Привет, дружбан. Хрум. Один и второго доктора. Так, теперь к этим идем. Хрум второго. Теперь взрываем просто эту дверь. И все, ГГВП. Бум! Есть. Раз, два. Изи же. Куда там пошел-то? Пошли, ребята, все. Завязывайте, давайте. Ладно, можно их превратить, они не умрут. Я так понимаю. Да. Все, спаслись. Спасли. Фух. Mission completed. Строение черепа. А, не мутировав? Ну ладно, фиг с ним. Было круто. Да, ребят, ползуны, конечно, это уже совсем другая история. Совсем другая история, эволюция. Все по красоте. Так, наши зомби падают, здесь прыгают. Блин, так смешно, они так вообще, надо же так сделать. Я еще пиксельно так круто проработал вообще, представь. Так, всем внимание, одно из чудовищ сбежало по стене. Оно может быть где угодно в этом здании. Так что будьте начеку и стреляйте на поражение. Не поможет это вам. Не поможет. Помогите ползуну сбежать из больницы на этот раз как следует.
Испытание спешкой. Сбегите быстрее, чем за 3 минуты. Так. На этот раз как следует, да? Ой, сколько зомби-то. У нас есть... А, только так, прыжок и так. Ну, пошли. А, так, мы можем прыгнуть сюда. Можем ускорение взять здесь. Угу. Тогда давайте вниз пойдем. Не думаю, что... Блин, ускорение нам понадобится. Реально понадобится. Давай, давай, давай. Есть ускорение. Взрыва нет у нас пока. Ага. Ага. Так, что мы можем сделать? Есть один. Готов. А если ты прыгнешь? Нет, нет, не сможешь. Ах ты ж, ёжик. Да ты что? Все, съели, съели. А, мы взяли теперь... Мы что взяли? Так, оверлорда взяли. Ну, я их так хочу называть. Теперь мы можем взять, значит, сделать и закинуть наверх. Закинуть их наверх. Вот сюда раз. Так. И прыжок. 4 ДНК. Но мы сейчас сделаем, что? Закидываем наверх. Сможем же? Там есть проход? Да, там есть вентиляция. Ну а как мы туда попадем? Надо отсюда, что ли, закидывать? Энергию надо как-то вырубить же. Жиж. Ладно, давайте наверх. Так. Здесь ломаем, здесь ломаем. А здесь ломаем. Здесь. А куда надо сбежать? Вправо же? Я так понимаю, не? Здесь ломаем. Ну, понеслась. Так, расстрелялся. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ах ты, жук. Ладно, испепелим. Оверлорда. Взрыва не будет. Эй, а вы куда все собрались? Так, срочно оверлорда надо делать. Где самый правый? Вот туда. Раз. Вот так. О, господи. Сколько же вас упало-то? Вот это печаль вообще. Вот это печаль просто, зафейлился. То есть... Куда нам надо-то вообще? Вот сюда, что ли, убежать? Угу. Угу. Ясно. Все ясно, поехали. Поехали. Так, здесь идем. Здесь идем, спускаемся, берем ускорение. Ускорение нам нужно. Здесь не обязательно, я так понимаю, сюда заходить.
Так. Давай-давай, берем. Ты чё тут, мент? Ага. Так, не торопимся. Хорошо, минус. А тут мент поп... Так, хорошо. Здесь ломаем, берем оверлорда. Блин. Так, все, поели. Здесь постреляли, хорошо. Здесь пополз, не туда ты пополз. Далее. Нам надо наверх. Да, нам надо наверх. Вот сюда раз. Двоих. Опасно. Так. Да ё-моё. Сейчас же упадут. Так, вот сейчас надо сделать вот так. Потому что нам нужно ускорение. А чё, их никак, что ли, не съе... Они не могут его сожрать. Только эти могут. Так, все, мента загрызли. Понятно. Здесь окей. Здесь не будем их трогать. Так, возвращаемся. Здесь этого палим. Теперь нам надо прыгнуть как-то наверх. Нам надо наверх. Так, нам нужно эти. Окей. Хорошо. Прыгаем. Так, лезем. Ладно, так не получилось. Прыгаем вот так. Здесь нужен еще один такой. И здесь понадобится нам оверлорд. Попробуем закинуть кого-нибудь. Так, этих здесь двоих раз. Ты где ползаешь-то? Почему ты тогда пол... А, я не прыгнул. Так, хорошо. Здесь с автоматом, поэтому нам надо прыгнуть как-то иначе. Да. Нет, он застрелит, по-моему, сразу. Давайте сделаем вот так. Во, закинем туда прям. Вот это хорошо будет. А, черт. Вот это печаль. Вот это печалька. Печальная печаль. Никак, да? Да. Так, здесь забрали. Ну как же тогда туда добраться-то? По... С лифта не получится. Взрывчатки у нас нет. А, ну вот по шахте. Только так. Только так. Но у нас, блин, мало, мало этих ДНК. Ползунов оставим. Возьмем обычных зомбей.
Так, так. Обычного зомбя, так. Все, давайте. Теперь прыжок. Прыжок сюда. А как мы там перелезем-то? А, там все, все, есть, 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 нормально. Фух, полезли. Наверх нам надо? Нет, наверх. Наверх нам... Ну, только если вот сюда. Вот это... Разбить. Что она нам даст? Я, честно, не помню вот этот. Ладно, полезли. Поползли, так сказать. Нет, так. Идем так. Потом, нам не хватит. ДНК забираем. Ползуна нам надо туда-сюда отправлять, поэтому... Так, в канализацию. Прыжок. Есть. Вот это хорошо. Ломаем. Так. Давай. Теперь здесь ломаем. Давай, 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 хватит ползать. Да, они, конечно, забавные, но такие тупые. Черт возьми. Есть. Взрыв есть. Теперь. Взрыв есть. Очки есть. Теперь ползаем. Ползаем. Даже не знаю. И взрываемся, да. Это выход из ситуации. По крайней мере. Оп. Так, далее мы идем. Идем вот здесь, прыгаем. Так. Идем здесь. Прыгаем. Да. Вот так прыгаем. Хорошо. Он сюда упадет же, нет? Да, упадет. Давай, ладно, ломай дверь. Может быть, что-то сделаем здесь. Что это? Что это нам даст? Куда ты пополз? О май гад. Да. Да. Печалька какая-то. Оверлорда? Сюда. Да. Прыжок сделаем потом. Так. Кто у нас есть здесь? 8 ДНК. Должно хватить. Просто нам запрыгнуть наверх. И все. И все. Так. И еще разок. И еще разок, и как раз нам хватит на закинуть. Так. Прыжок. 4. Вот так. Давай, родной, последний шанс у нас есть. Последний шанс. Опа. Привет. Ням-ням-ням. Красиво. Хорош. Идем дальше. Так, теперь не напортачить. Здесь, здесь. А-а-а. Блин, как же мы сделаем это? Он же нас отстрелит. Или обычного зомби пустим туда?
Так, друзья, смотрите, что мы делаем. Значит, здесь забираем. Здесь нам надо ломать уже, получается, потому что он пойдет обратно. Да, давайте ломаем. А мы должны прыгнуть со взрывом. Как-то. Как-то. И взрыв не нужен был. Все нормально, мы подкрадываемся незаметно. Так, здесь. Отлично, великолепно. Наши зомбаки. Привет. Здесь сразу нам надо прыгнуть сюда. Понеслась. Ага, здесь оставим зомбаков, чтобы они не умирали. Хотя они нам, наверное, не понадобятся. Может быть и понадобятся, конечно же. Но они пойдут обратно, и там случится страшное. Поэтому мы возьмем несколько зомбаков, переработаем. Ты, друганя, прыгай. Ломай. Так. Ты здесь ломай. Ментов будем валить? Честно, даже не знаю. Так, здесь. Ну, пускай они идут, в принципе. Здесь надо взорвать. Да ё-моё, плохо взорвал. Значит, надо второго превратить. Превращаем. Здесь по любасу надо вот так сделать, вот так. Чтобы они шли в обратку. А чё такое случилось же? Чё, всё? Он просто так выберется? Получается, что да. Получается, что это все. Да. Победа. Фух. Победа, ребята. Это победа. По красоте. Наконец, нормально сбежали теперь. Что нас ждет в следующей серии? Ночные клубы. Ага, зомби на улицах. В следующей серии убейте 35 человек. Испытание. Пора обедать. Убейте клоуна Грональда. Блин, круто. Будет круто. Мы ускорение можем сделать ему. Так. Фу-фу-фу. Просто грызем, грызем. Ух ты, сделал жёг всех. И далеко идет карта. Где клоун Грональд? Гроуфуд. Вот он, клоун Грональд. Понятно, круто. И здесь есть еще, вот можно туда занырнуть, так чук-чук-чук, пробраться, всех сожрать оттуда. Понятно, круто, 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 ребята. Но это уже в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вам нравится наше прохождение. Пишите, что еще хотите увидеть на канале, какие игры проходить будем. Пишите, обязательно. С вами был Волкофрения. Всем лучей добра, друзья. Пока.